Итак, ребята, на канале Ширика проходит сейчас мега крутой конкурс. Для новой рубрики он набирает одного чувака. Это если вы выиграете за первое место, который будет участвовать в его новом видосе, где нужно будет там типа покупать там на 1000, там полторы там тысячи алмазов. Второе место шлем разыгрывает, да, именно шлем, который за 300 или там за сколько алмазов. И за третье место он разыгрывает там лутбоксы. Поэтому, ребят, участвуем, у него вообще участников мало, 20 человек, ну вообще на изи. Поэтому ссылочка в описании, участвуйте. А теперь погнали ролик смотреть. Итак, ребята, всем привет, с вами снова я, Жабка, вы на моем канале, это новый выпуск новостей, и со мной сейчас Арменса. Всем привет. В общем, итоге, ребят, сейчас показываю супер-мега-крутой ивент, который будет длиться с сегодняшнего дня, не знаю, его уже показали вам или не показали, но я его только что нашел, заметил, и он будет длиться до 2 февраля. Во-первых, давайте я вам покажу, что самая фишка. Вы можете в день, каждый день дарить 5 лутбоксов на халяву своему другу. Вы ему дарите лутбоксы, он получает лутбоксы, и также вы получаете лутбоксы. В общем, вводим айдишник друга, послать, и отправляем подарок. Снова вводим, послать, попробуйте позже. Арменца, проверь. А, я понял, то есть одному только другу можно послать подарок. А так в день 5. Арменца, проверь, тебе пришел подарок? Так. Перезайти в игру. Давай перезайдем. Так, ребят, кроме этого, еще тут появилась инфа. Инфа, смотрите. Free Fire вовсю готовится к лунному фестивалю. И вот что вас ждет дальше. Я не умею читать, потому что я лох. Лунный фестиваль во Free Fire пройдет в 2 этапа. Для первого этапа мы подготовили 5 лутбоксов. Ну вот о чем я и говорю. Которые вы сможете дарить с 25 января до 2 февраля. За каждый подаренный лутбокс вы тоже получите один для себя. Вот, о чем я также и говорил. Вы также сможете купить лутбокс в магазине, я его еще не видел. У него шансы выпадения вещей куда выше, чем у тех, что можно получить через сайт. Понял вас. С 27 января до 2 февраля золотые жетоны будут появляться на карте. Золотые жетоны. Чего? Ладно. Это, скорее всего, какие-то токены, которые нужно будет собирать. Жетоны можно будет обменять на золото, и самое главное, никаких лимитов. А! О, это прикольно. Ты, типа, собираешь жетоны и обмениваешь на золото. Нормально. Соберите столько золота, сколько хотите. То есть, вообще лимита не будет, ребят. Вы также можете собрать фейерверки, и каждые 10 штук можно будет обменять на лутбокс лунный сюрприз. 3 февраля. Мы подготовили для вас 2 часа игры на рейтинг без штрафа, 10 золотых купонов для джекпота и благословение свиньи, чего? В качестве награды за ход. Там какое-то, скорее всего, благословение свиньи, это, скорее всего, может какая-то маска, потому что я что-то слышал про маску такую. А также отличный лунный лутбокс будет падать в конце матча. А, то есть каждый матч, когда вы там занимаетесь там вроде топ-10, вы получаете... Еще лутбокс халява, из которого можно получить шлем золотой кулак. Шлем золотой кулак, я вас понял. А также представляем вам новый режим. Камень, ножницы, бумага. Чего, я не знаю. Давай, у меня ножницы. У тебя ножницы, у меня же камень по-любому. А, ну ладно, блин, что-то как-то не работает. Этот режим будет доступен с 3 до 10 февраля. Во время событий все новые игроки, которые присоединятся к Free Fire, получат набор офицера Эндрю, в том числе самого персонажа. Следите за новостями, ведь мы рассказали только о первой волне наших событий. Вторая волна — это бан аккаунтов. Так, окей, тебе пришло что-нибудь? Нет. Ну, значит, придет. Надеюсь. Я уверен, что придет. Это нормально, в принципе, это когда только что-то. Ну да. В общем, дарите, ребят, с вами был я, Жабка, с вас лайки, и вот, кстати, Арменца, он топовый чувак, и ждите у него на канале видосик скоро очень смешной. Да, Арменца? О, да. Все, ребят, всем пока, удачи вам.
Пока-пока. Хочешь поднять рейтинг, но постоянно убивают с Граника? Решение есть. Закажи буст у нас. Быстро, дешево, надежно. Жабу рот ебал. Изи буст. Ссылка в описании.